Решили посвятить сегодняшний вечер людям, которые очень нуждаются в нашей поддержке. Это люди, болеющие БАС, боковым амиотрофическим синдромом. Да? Да. Эти люди лишены такой простой радости, как вдох-выдох. То, что для нас абсолютно естественно, для них это каждодневная борьба. И даже несмотря на то, что нас сегодня немного, я думаю, что то, что мы просто обратили на это внимание, на то, что эти люди есть, они тоже мечтают, они тоже хотят жить полной и яркой жизнью. И то, что мы увидели сегодня это, посмотрели на них и сказали, мы с вами сегодня, мы хотим звучать с вами в унисон, мы хотим быть с вами на одном дыхании. Мне кажется, это очень важно, независимо от финансовых результатов нашего сегодняшнего сбора. Я преклоняюсь перед одним человеком, да, который сегодня присутствует, вот ради вас, на самом деле, и ради тех, кто с вами сегодня, все и происходит. Я хочу пригласить на буквально пару минут на сцену Марию Ильченко, представители службы помощи милосердия, наши друзья, которые, в принципе, вместе с нами все это затевают и делают. Она немножко расскажет о том, как это все происходит, почему, зачем. А дальше я буду рассказывать о музыкантах Марии Ильченко. Эмоциями и сердцем каждого, как правильно Елена сказала. Дорогие друзья, я хочу, знаете, что поделиться с вами. Вот сегодня в 6 часов утра я и вот здесь Аня присутствует, она руководитель службы помощи БАС при милосердии. Мы вернулись из Англии. Ездили туда на стажировку в ассоциацию, которая называется Ассоциация помощи людям вот с этим заболеванием, с тяжелым заболеванием, относящимся к категории неврологии и неврологии неизлечимой. И, конечно, очень вдохновлены этой поездкой, потому что это одна из крупнейших организаций в мире, которая помогает вот при таком редком заболевании. Я хочу с вами поделиться двумя моментами. Первое, мы их спросили, как они все это начинали, потому что им сейчас 37 лет, и у них помощь оказывается, ну, то есть у них люди, в принципе, они понимают, что с этим можно жить. Они могут радоваться, фотографироваться, говорить об этом. У нас, конечно, все сложнее, гораздо более изолированное, труднее качество жизни, больше от этого и скорби, и тяга для людей, и для близких. И начали они 37 лет назад с того, что она так еще удивилась этому вопросу. Ой, это так давно было. Говорит, ну, мы собрались, нас было четверо. Мы собрались и решили, что вот мы это пережили в своей семье, решили, что надо это начинать. И вот, знаете, такой пример вдохновленный. Вот даже лишний раз убедил, что все начинается с наших вот маленьких встреч, маленьких шагов. И вот мы собираемся здесь маленьким таким составом, да, и делаем, даже каждый из нас об этом потом скажет, о том, что было на мероприятии в поддержку людей, вот у которых есть такая ситуация в жизни, такое заболевание, это уже много. Это вот эти вот шаги в те самые через 37 лет, когда у нас в стране, возможно, люди с неизлечимым диагнозом, взрослые, с тяжелой неврологией, и мы сможем легче об этом говорить и слышать об этом, и люди смогут чувствовать себя лучше. И еще один момент я хочу сказать, что вот мы их спросили, скажите, а кто у вас волонтеры, те люди, которые делают что-то, собирают средства, говорят об этом, они, какой у них мотив? Они говорят, это все те люди, которые это пережили. То есть это семьи, близкие. И вот я сегодня ехала и подумала, во-первых, ну это правда, абсолютно от всего сердца. Я хочу огромное спасибо сказать Араику и Алине, потому что давайте похлопаем погромче. Ну, они
знакомы, но меня поражает, насколько людей есть действительно, ну это называется так, это называется великодушие, когда ситуация лично людей, слава богу, не коснулась, насколько они делают для ну вот благотворительных вещей, которые действительно тратятся их силы и время. Так что у нас вообще широта русской души проявляется в этих двух людях, в том числе. Огромное вам спасибо. Конечно, ну не двух, а во всех музыкантах. Я просто, да, простите, я имею в виду, что вот те, кто это все сейчас инициировал. Вот. И, ну, наверное, коротко нам имеет смысл сказать, что мы здесь собираемся в поддержку людей с боковым амиотрофическим склерозом. И в России сейчас существует одна служба только, которая служба милосердия, в которой много проектов, 24. И вот один из проектов – это выездная команда, которые врачей и других специалистов, кто помогает этим людям. Не так давно еще появился фонд. Фонд мы будем только развивать, и о нем будем рассказывать потом. И вот Аня, может, скажет коротко, что такое милосердие, да? Ну, чтобы мы с вами поняли и знали. Спасибо. В отличие от Англии, у нас опыт совсем небольшой. Мы помощью больным баз занимаемся всего лишь с 2011 года. И ну, так получилось, что это один из наших проектов. Мы постепенно росли, служба милосердия. В итоге действительно у нас больше 20 проектов, которые помогают самым разным нуждающимся. Не только больным баз, но и детям с редкими заболеваниями, и взрослым, и старикам. И, в общем-то, конечно, то, что именно проект служб помощи больным баз сегодня привлек нам внимание всех, кто тут сегодня собрался, для нас очень ценно. Спасибо вам большое. На самом деле, когда мы готовили прошлый фестиваль, мы немножко пообщались и с врачами, которые работают непосредственно с больными этим заболеванием. Это потрясающие все люди, подвижники своего дела. Но мне кажется, что пора немножечко зазвучать со сцены. И я очень хочу пригласить на сцену первую исполнительницу. Это очаровательная певица, моя давняя и довольно близкая подруга Нани Ева. Пожалуйста, поприветствуйте ее. Эту нежнейшую, светлейшую натуру со своим миром, со своей музыкой, со своим взглядом на все вообще, что она видит. Она споет несколько своих песен. Приветствуйте ее, пожалуйста. Добрый вечер, здравствуйте. Очень непросто вообще участвовать в такого рода мероприятиях, потому что повод серьезный. И очень непросто, конечно, начинать, но это того стоит. Я благодарна каждому, кто пришел сегодня, хотя нас немного, а музыкантов вас немного, а нас много, артистов. Но я думаю, это нам не помешает получить некое удовольствие музыкальное. И давайте начнем. Thank you.
Спасибо большое. Алина Ростовцы сказала, что мы исполнили несколько своих песен. Конечно же, это была моя песня. А песня из, скажем, репертуара группы «Браво». Но я знаю, что вы все ее знаете, и поэтому мы так отложились начать с нее. А сейчас действительно авторская песня, наша Недленко, песня «Время». Стоп! Я хочу позвать на эту сцену, вот кроме всех замечательных музыкантов, которые сегодня будут играть не только со мной, и я бы хотела представить Евгений Лебедев на плане. Филофонин бас. Игнат Кравцов. И наш маленький сюрприз, замечательный, потрясающий, Александр Бруни, флейта. Готовы? Не скажу ничего.
на сцену поднимется очень интересная команда. Она называется Natural Sequence. Честно говоря, первый раз услышав этих ребят, я обалдела совершеннейшим образом, потому что не сходилось в моей голове, что человек с белым цветом кожи может вот так вот чувствовать этот грув, абсолютно черный, по моему ощущению, и так это передавать, так естественно, так органично. И ребята ее поддерживают просто фантастически. У них прямо попадание друг в друга абсолютно полное, на мой взгляд. Они сейчас пока будут долго-долго подключать свои проводочки. А я хочу сказать, что для меня большая радость, что музыканты такие прекрасные люди, которые откликаются на зов, несмотря на цинизм нашего времени. Всегда находит время увидеть других людей и обратить на них внимание, прийти, помочь, поддержать. Это очень приятно и радостно на самом деле. И это дорого стоит. Ребята сыграют... Три песни они сыграют полным составом, да? И еще будет один интересный номер, такой дуэтный. Что вам еще рассказать? Куплю детство. Сейчас у них небольшая пауза, они подключатся, потому что их очень много. Но это того стоит. Потом ребята сказали, давайте-ка все вместе. Поэтому мы перед вами сегодня на этом замечательном концерте вот, сыграем наши три композиции. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Демонтаж и монтаж. Я расскажу о нашей следующей участнице. Это очень молодая, очень талантливая девушка. Она учится в Российской академии музыки имени Гнесиных и выступает под именем Алина М. Все очень серьезно. Она тяготеет к современной соул-поп-музыке. Они пишут свои песни, и она выступает в своей группе, которую она, мне кажется, должна представить, наверное, когда будет на сцене. Алина М. Thank you.
just play your part. You were so tender, you were so smart. You showed me things that I didn't know, that I believe it, I just fall in love. So you are and about
это была группа Арина Эрман Бэнни Бэнкс. Спасибо, ребята. Очень круто. А сейчас мы на сцену приглашаем еще одну девушку, и они с Алиной споют дуэт. Это будет замечательная девушка, родом из города Уфа, да, которая жила в Петербурге и буквально некоторое время назад переехала в Москву. И так интересно получилось, что у них с Алиной немножко похожи псевдонимы. Они решили этим воспользоваться, начать выступать вместе. Познакомились, да. Это Элина Р. Прошу любить и жаловать. Алина М и Элина Р. Главное не перепутать. Но они совершенно не похожи по стилю, хотя работают в близком, я бы сказала, направлении. Вот. Итак, дуэт. Мы делили вместе слезы, радость, смех и песни.
песня «Воспоминания об этом периоде». Good night.
когда я как раз переехала в Москву, у меня был такой период, я знала, что я делаю правильный шаг, но мне было немножко грустно, и я стала вспоминать все города, в которых я жила, в которых я была счастлива. И эта песня на русском, она называется «Город», и будьте счастливы в любом городе. Город. Никто не знает, это классно. А вот это не очень. Тогда я прошу прощения. Песня из репертуара французской певицы Сирил Эйми. Вот, мы ее сейчас сыграем в стиле лифлупинг, в жанре лифлупинг. И ребята помогут. Thank you.
Thank you.
Мы, наверное, сейчас пригласим на сцену следующую замечательную исполнительницу. Это моя очень близкая подруга, с которой мы знакомы 100 лет в обед. И как-то вместе растем, развиваемся. И я, конечно, ей любуюсь, потому что путь музыканта и путь мамы двоих детей – это серьезно. Саша Магерова! Несколько песен. Первая – это очень нежный, весенний, под стать погоде сейчас, вальс, который называется «Зеленый май». May is so green. Something between us, and it seems a little blue thing.
Следующая песня, которую мы исполним, такая несколько шутливая, она про взаимоотношения с не очень понятливым молодым человеком. Когда давно уже пора перейти к активным действиям, он все-таки мнется еще и стесняется, но и женщине приходится брать всю инициативу в свои руки. Down to put
Это прекрасная женщина, красивая и талантливая Александра Магерова. Мы поддержали сейчас, и сейчас еще поддержат другие исполнители. Мы все большой дружной компанией мысленно направляем сейчас в сторону тех людей, ради которых мы собрались здесь. И пускай это будет огромный-огромный, теплый, сердечный заряд с пожеланиями самого-самого крепкого здоровья. Спасибо, что позвали нас. Слушаю, что сегодня происходит, и думаю о том, что как прекрасно, что все мы разные, что у каждого какой-то свой мир, свой вайб, свой посыл, который он несет в зал. Это потрясающе красиво, интересно. Это как разнотравие. Есть такие цветы, есть такие, и все они вместе прекрасны. Я хочу позвать на сцену следующую артистку. Это моя очень близкая подруга, мы дружим с 7 класса, мы вместе начинали петь за роялем в школьном фойе. И так сложилась судьба, что обе стали заниматься музыкой профессионально. Это Виктория Жук! Сегодня она выступит с таким акустическим трио с Колей и Сашей. Да, а еще Демьян у нас тоже участвует обязательно. Виктория Жук! Дорогие друзья, мы, к сожалению, в общем, все к счастью, на самом деле, все к счастью. Саша Бруни весь вечер на арене, Николай Соловьянов впервые, вообще впервые на сцене, да. Мы сейчас начнем, мы коротенечко, на самом деле, и исполним песню из группы Termites, очень романтичную. Надеюсь, нас не уволят за это. Посмотрим. Вик, ты нервничаешь? Чуть-чуть есть, да. Первый раз вижу, как не это надо делается. Стесняться. Searching for a brighter day.
Just what was there, and now some holy light. It's coming in my
Друзья, раз уж мы с вами пришли, чего бы нам не спеть песню мою? Да, Вик? Про любовь? Наш номер, поскольку ты только на афише была, поэтому... Обиделся? Ладно. Мы споем еще одну песню. На русском языке. Очень известную. Одной известной украинской группы. Моя мама очень любит эту песню, поскольку она тут сейчас. Возьми
И я возьму с собой тебя. Не объясни, что слишком мало декабря. Прекрасная, замечательная, очень красивая девушка и талантливая. Ее зовут Гаяна. Сейчас будет такой симбиоз группы Гаяна и нашего прекрасного хаус-бенда. Спасибо вам, ребята, я еще всех назову. Хочу сказать вот что. Одна моя мудрая подруга сказала мне недавно на концерте такую вещь, что микрокосмос и макрокосмос – это же, по сути, одно и то же. Тысяча людей или 10 людей – это вообще не важно. Потому что есть вот этот поток, вот этот обмен. Я думаю, что люди, ради которых мы сегодня собрались, даже если они не смогли быть здесь, они все равно почувствуют, что мы думаем о них.
некоторые смогли, и мы очень благодарим и надеемся, что частичку любви нашей вы сегодня унесете с собой. Спасибо вам огромное. Сил. И я приглашаю на сцену прекрасную Гаяну. Поприветствуйте ее, пожалуйста. Добрый вечер. Я, честно говоря, пока ждала своего выхода, подготовила такую речь, но Алина сказала все мои мысли. На самом деле, очень радостно, что наш вечер в такой атмосфере проходит теплый и радостный, потому что жизнь, да, действительно, радость — это дар Божий. И все испытания, которые попадают на нашу долю, они могут служить сближению с Господом и очищению, а могут приводить к унынию, к депрессии. У нас всегда есть этот выбор. И не нужно об этом забывать. И наши песни, которые мы сыграем, они как раз о поиске Бога. Thank you.
Спасибо, Алине. Ну что, друзья, прекрасен наш союз. Я считаю так. Здесь сегодня были избранные. Я это вот так воспринимаю. И мне очень радостно, что было много музыкантов, не только участники, но пришли поддержать нас наши друзья. Я очень надеюсь, что этот фестиваль станет регулярным, и мы открыты предложениям по выступлению. Думаю, что это станет хорошей традицией. Спасибо вам всем огромное, что пришли. Лучшей помощью вашей будет, если вам понравился фестиваль, рассказать о нем хотя бы в двух словах где-то в соцсетях, чтобы в следующий раз нас было больше. Спасибо вам большое и надеемся до новых встреч. Пока. Подождите, подождите. Я все забыла. Я очень хотела поблагодарить отдельно наш прекрасный хаус-бэнд, музыкантов, которые просто вложили душу свою и помогли нам реализовать наши замыслы. Это Евгений Лебедев, клавиши. Это Кирилл Афонин, бас. И это Игнат Кравцов, барабаны. Спасибо вам огромное. Вы наша сила. До новых встреч. Спасибо вам. Счастливо.